Всем доброе утро. Как видите, я только проснулась. Сходила в душ пока и все. Не завтракала. Я пошла выгуливать Рексу, потому что сегодня воскресенье. Я хочу, чтобы Алишер выспался после рабочей недели. А я все равно просыпаюсь в 9. Смотрите, у нас улицу убирают. Сейчас тут уберут, пока мы будем с Рексой гулять. Только она, наверное, будет бояться. Вот, в общем, я пошла гулять с собакой. Видно, что все хорошо. Смотрите, какая молодец. Она ходит без поводка и не убегает. Это для нее огромный прогресс, потому что иди-то страшно. Но она, тем не менее, остается рядом. Но спускаем мы ее только там, где нет машин. То есть, когда мы по аллее гуляем вдоль шоссе, мы ее стараемся не отпускать, потому что она иногда под машины норовит кинуть. А во дворах нормально. Видите? И не убегает, ждет меня. Я медленно иду. Рекс, ты молодец. Хорошая собака. Пойдем. Кузя, тебе так удобно? Да? Кузьма, вот зачем ты тут занавески? Может, ты вылезешь, и я уберу занавеску на место? Давай. Давай. Вылезай. Не может вылезти. Он еще не проснулся. И ты сядь на мишку. Вот тут лучше сидеть. А мы пошли гулять. Надо найти нашу машину. Они все одинаковые. Машина проехала такая вонючая. Что-то у него с выхлопной трубой случилось у этого. Так. Ну, где же мы припарковались? О, я вижу, вон наша машина. Рекс, вон там наша машина. Хватит нервничать. Мы пойдем в парк. Опять идет снег. Нам придется фотографироваться. Понимаешь, как решил? Ты этой участи не избежишь. Я должна буду сейчас открыть дверь, да, Саша? Сначала снег там. Чего? С двери? Нет! Где там стык? Вот, да. Сейчас у меня будут мокрые варежки. Так. А ты можешь отодвинуть мне сиденье, пожалуйста? Рекса. Очень смешная собака. Сейчас поедем в этот парк наш. Дубки. А может на залив? Но я думаю в парк. Потому что на заливе больше ветра. Еще я хотела поснимать квадрокоптером, но из-за того, что идет снег, я не могу этого сделать. Блин, мокрые варежки. Снег. Что вы скажете? Ничего? Нет. Рекс у нас тут бегает. Рекс, покажи, как ты бегаешь. Рекс? Она не может показать, она очень занята. Это финский залив, который замерз. А, все бегают. Я переваливаюсь. Решер мне заправил штаны в поти... У меня реально штаны теперь падают. Ботинки тянут штаны вниз. Ты хочешь туда прямо на берег? Может, не стоит, а то она на лед выбежит и провалится там. Рекса, ко мне. Иди сюда, Рекса. Рекса. Это ее любимые кусты. Сейчас она побежит за нами. О, молодец какая. От нас ушла собака. Куда это она? Все спряталась в камышах. Зови ее. Это?
Горная коза. Я ее не вижу. Вот подпрыгивает-то. Рекса. Вот это как мыши эти. Так, мок. Ей хорошо в таком длинном снегу. Ой, длинном, еще говорю, глубоком. У нее лапы длинные. Она животом даже не цепляет. Знаешь, была бы такса. Прыгает там. Она, у нее же прыгучесть. Нет, оп, оп, оп. Ой, там вода же. Рекса, ко мне. Иди сюда. Ко мне. Ты просто, блин, прям по воде. Рекса. Ой. Пошли. Иди сюда. Какое-то уже запыхалось все. Ты где там была-то? Иди сюда! Куда ты ушла? Ты куда ходила-то? А? Мы заехали домой, оставили собаку. И сейчас поедем в Окей. Надо кое-что из продуктов купить. Пришел уже в машине. Я тут задержалась, потому что я мыла собаку. Уже аж 9 вечера. Что-то у меня экран замерзший. Ну, не замерзший, такой, с испариной какой-то. Экран, господи, объектив. Что мы делали с Алишером, я даже... Мы сначала приготовили поесть, потом наелись, по самое не могу. Потом я сидела за компом и разгребала все там сообщения, дела делала. Алишер дрых. Потом он сейчас проснулся, но он часик, наверное, поспал, и он смотрит гонки. Там дождь идет, и машины вылетают с трассы. А я тут пошуршала по дому, я Лешира тоже припахала. Он мне вбил гвозди в стенку для того, чтобы теперь было удобно вешать фон, чтобы не на булавке, чтобы не дырявить обои каждый раз. У нас там пара гвоздиков, их вообще не видно. Будет очень удобно фон для съемок вешать, потому что теперь мы с Мариной будем снимать у меня в ближайшее время точно несколько месяцев, поэтому у меня все должно быть так, чтобы я могла так раз-раз-раз быстренько подготовить место для съем. Что еще делала? Разобрала холодильник, навела порядок. Холодильник надо размораживать, там такая жесть. Во-первых, он грязный весь, его надо помыть, а во-вторых, у меня в морозилке намерз вот такой вот слой
снега, льда, и реально надо этим заняться, но сегодня я не хочу, не буду, а завтра к нам приедут ванну устанавливать, и поэтому завтра я тоже не буду этого делать, сделаю потом. Это кто такой пришел? Ку-ку. Вот так что записалась я в список, где разморозить холодильник. Еще я сражаюсь сейчас с ботинками Алишера. У него кожаные зимние ботинки, клевые, очень крутые, дорогие. И у него на пятке соль въелась, потому что он на газ давит, он как бы ногу на пятку ставит, и там в коврике растаявший снег с солью, и, короче, на пятке начались эти разводы. И я там все пытаюсь отмыть, чтобы залить средством, чтобы больше не было, потому что ботинки очень жалко. Но вот они скоро высохнут, посмотрю. Мне кажется, уже все, разводов не будет, но кожа уже такая... Конечно, неприятно. Но что поделаешь? Ну, у нас солью посыпают... Кстати, прогноз погоды ужасный просто. Ну, как ужасный. Еще дня три будет легкий минус, и потом обещают плюс недели на две. Легкий плюс с дождями. Это будет такая жесть просто. Это если все растает, вы представляете, какая будет грязище? Ужас. Ужас просто. Конечно, ходить будет удобнее. Ну фу! А потом это все замерзнет и начнется гололед. Супер! Ну, наверное, к тому моменту я уже буду с коляской, я надеюсь. Посмотрим. Я уже... Простите, что у меня теперь такие влоги. Я сидела дома весь день и делала важные и нудные дела, потому что... Ну все, сейчас ближайшие, скажем так, 3 недельки, наверное, 3-4 недели. Моя жизнь в таком размеренном ритме, потому что мы готовимся к малышу, и все на этом завязано. И мне уже очень тяжело физически куда-то далеко ехать или идти. Я сегодня загибалась в магазине, ребенок что-то мне передавил там внизу. Мне так кололо. Вот как мы в окей пошли, я там скрюченная ходила, а лишь бедный ждал, пока я там у него на плече. Потому что, ну, это даже не схватка, это просто там пережало что-то. Так больно, ужасно колет, идти не можешь. Поэтому у меня проблемы. Но мне послезавтра все равно надо будет поехать в город, надо поехать к доктору. Чего ты? Не, Кузьма, не надо на стол, тут у меня еда лежит, поэтому нет. Нет. Давай в другой раз, приходи спать ко мне. Нет. Нет. Да... Кузя, с тебя же шерсть летит. Чукча ты. Вот так вот всегда. Эть-эть. Как тебе не стыдно, а? Тебе стыдно? Или не стыдно? Кузьма, совесть есть? По-моему, нету. Что? Ну, конечно, там и жесть. Вот так с ними и живешь. Кузя, у тебя зарядка? Да? Разминка? Пойдешь гулять вместо Рекса? А то Рекса не хочет. Очень Малишер ведет Рекса гулять. Я смонтировала видео на зазеркалье, оно выводится. И я буду заканчивать влог. Все. Малишер, давай говори. Всем пока-пока! Иначе я тебе сейчас покажу, как ты не надеваешь носки. Итак, у тебя осталось 2 секунды. Ладно, всем пока.